Зима. Зимний лес. Ёлку еще не успели убрать, и вот она тоже стоит в снегу. И пальмы. Ну, не знаю, как они выдержат снег. Их, да, обычно связывают и укрывают, но почему-то в этом году не сделали так. Много, конечно, зелени. Но надеемся, что листочки выживут, отойдут. Так-то вроде тепло, но пока 2 градуса плюс. Эта юка все засыпала тоже снегом. Конечно, жалко пальмы. Дети уже налепили снеговиков всевозможных. Их много разных. Вот они все. Как получилось? Thank you.
Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.